посмотрела сейчас ролик Евгения Вольнова, это он же майор Чернобаев, подписалась на него, кстати, в Ютубе. Короче, ребенок был вывезен с территории Украины на Россию и отдан в приемную семью. Приемная семья состояла из двух людей. Мать, которая ненавидела этого ребенка, и отец, который воевал в СВО. Ребенка с Украины привозят в Россию или на Россию, усыновляют и чморят его за то, что он в Украине, потому что он украинец, а его приемный отец убивает украинцев. Бабушка находит ребенка, звонит приемной матери, говорит: я бабушка, можно я заберу своего внука? Она говорит: заберите, глаза мои его не видели. Бабушки, органы опеки или кто там, усыновление, не отдают внука. Говорят: мы вам дадим внука, если вы примете российское гражданство. Замкнутый круг. Короче, бабушка выкрадывает внука и перевозит его через Беларусь в Украину. Ребенку 12 лет, я его бачила своими глазами, он обернулся в флаг Украины, довольный, счастливый, слава Украине. Ну так вот, кто помог бабушке вывести ребенка? Организация называется Save Ukraine.